Твардовский, Василий Теркин. О награде. Нет, ребят, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль. И то не к спеху. Вот закончили бы войну. Вот бы в отпуск я приехал на родную сторону. Будут жив еще, едва ли, тут воюя, не гадай. Но скажу насчет медали, мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны, дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки? Ладно, нет. Я б в другой колхоз и в третий. Вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И попавши на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек. И сидел бы я, ребята, там как раз, друзья мои, где мальцом под лавку прятал ноги босые свои. И дымил бы папиросой, угощал бы всех вокруг. И на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как когда? Много раз ходил в атаку. Ну, случалось иногда. И девчонки на вечерке позабыли б всех ребят. Только б слушали девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Ждет девчонка, хоть не мучай, слова, взгляда твоего. Но позволь, на этот случай орден тоже ничего. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Теркин и вздохнул. И снова. Нет, нет, ребята, что там орден? Не загадывая вдаль, я ж сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль.